Вот это вот. А я совсем плохо выгляжу. Надо сейчас говорить об этом, да. Нормально. Хорошая. Ну вон, идите. Пошли. Вот оливковые деревья. Оливковые? Да, оливки рвать. Их там отмачивают неделю. Чего? Это вы сажали все? Кто? Там ты цветной снимаешь. Кто там? Мальчик с девочкой. Ну и что? Ну мальчик голенький. Ну и что? Это она что, совратила мальчика, да? Да. Выше. Сюда встать. Ну. Я думал, непонятно, где мальчик, где девочка. Думал, вот это мальчик, та девочка. Оказалось наоборот. Только по одному. А он Цезарь, что ли? Да? Извращение. Это Цезарь. Юли Цезарь. А. Давай я тебя сниму. Вот ребенок лазит. Ну подойди ближе. К фонтану. Ну все, она все. Когда ты тут манила, люди кидают. Смотри, какая, а? Крупная. Мальки были. Ну смотрю, мальки кое-где погрызли. Вода была. Много мальков было. Куда мальки делись, я не знаю. Не знаю, сидит. По воде выходи. Слушай, красивый, да? Карпик. Такой карпик. Блин, вообще. Сейчас 30 мальков вытаскивают, вот такие вот. Они почистили, пустили назад. Где они сейчас, не знаю. Погибли, что ли. Такой дом сделали, да? А что, на участке, если был такого размера.
Это большой. Нормально. Вот недавно числен опять зарос. Он так быстро зарастает. Хотя дно все в камушках выложено. Он красный цвет. Вот у него хвост большой. И это там все есть, с большим хвостом. Ну, такая. Это не видно, не видно. Она ранена, что ли? Там какая-то ранена. У одной было так, что не подключено. Что-то вы смотрите, что что-то из грязи. Да. И мальков жрают. Вот мальчики, были какая. Может, лягушки жрут, может, еще. Лягушки едят? Конечно, мальков запросто. Вот. Я почитал о лягушках, это вообще. Ну, лягушки, отсюда вытащи, вон он. Давай, бей. Ну, видео это видео, но... Знаешь, сколько? Конечно, интересно тут побегать. И там. Столько времени ребенку не показывала ничего. Уходила этот курятник. Вот здесь должны белки. А что не зайти, например? Они вон там белки у нас возятся, и там будут. Надо там пойти. Выходной день, например. Я его сколько раз звала? Когда я работаю, например. Что не сходить? Не, ну на выходной день у нас их мамы надо съездить. Как тут и папа. Конечно. Ира, она любит ездить на дачу. Не, ну иногда. Давай, давай, иди, бегай. Ну иди туда, как он. Вода такая, добавляю что-то, а это видишь, от этого, да, как мозаика, от мозаики, как красиво от мозаики. А? Кого сделали? Пятница. А. Видишь, как... не надо ни воду, ничего, какая мозаика, вот эта мозаика, так красиво. Блин. Работаешь в таком месте, он работает. Такое место. Позавидуют. Иринке покажешь. Она скажет, елки-палки. А я сижу в ларьке целый день. А ты вот, смотри, работает. Самолеты летают, море. И не нравится, да? Не нравится работать? Работа не нравится, да? Нет, работа нравится, когда она мокрая. Вот и какая мокрая. Ну не надо, простынешь. Не надо мочить. Брат, ты переключи на свой это. Фотографировал. Потом. Переключи. Наверх. Ты выключила видео? Подожди, что ты? Я еще снимаю. Снимаешь? Сними, смотри, как стоит. Иди сюда. Артишок. Артишок можно хавать. Будешь открывать? А этот не, не съедобный. Специально покупаю.
Это он не цветет, сейчас зацветет, он красиво цветет. Все, выключай, давай.